очаровательные, красивые девушки. Винницкие певцы в ринге, вы аплодируете, мы начинаем! На Востоке, если правитель хочет знать, что о нем говорят, он переодевается и идет в народ. Итак, давайте представим, наш восточный правитель решил поехать на работу на обычном такси. Добрый вечер. Добрый вечерочек. Машину вы вызывали? Что? Машину, говорю, вы вызывали? Не, ну если это машина, то я. Садитесь. Вам куда? В центр. Как поедем? Через мост Патона или через Московский? Я не знаю. А вы не из Киева? Не-а. На заработки приехали? Ну, что-то типа того, да. Да тут такие заработки, как до выборов. Полная жопа была, так и есть. То есть все-таки стабильность есть. У вас такой голос знакомый. Вы случайно не артист? Артист. Театра? Разговорного жанра. Что-то у вас жарковато. У вас есть кондиционер? Да, конечно. Тогда короче. Что-то я ничего не понял. А что стоим? Да. То ли премьера, то ли президента домой везут. Алло, Коля, а ты где едешь? А можешь не ехать? Надо. Ничего себе, гаишники наш ряд пропускают. Чудеса, такого при Ющенко не было. А если не секрет, а за кого голосовали? За Януковича. А чё, 200 гривен дали. Я и проголосовал. А за кого голосовать-то было, а? Я так и жене говорю. За кого голосовать, Люда? Что, жена тоже Люда? Да. Ну что, в принципе, у Януковича правильный курс. Европейская интеграция. Ой, это европейская интеграция, таможенный союз, ВТО. Я в этом ничего не понимаю вообще. А вы анекдот про Януковича слышали? Не, очень интересно. Едет как-то Янык в метро? Не, это вы старый про Кучму переделали. Сейчас модный анекдот про то, как Янукович двух президентов обманул. Расскажите. Попали как-то на необитаемый остров Кучма, Кравчук и Янукович. И давай выбирать, кто главный. Встает Кучма и говорит: я Леонид. Встает Кравчук и говорит: и я Леонид. Тут встает Янек и говорит: а я Леонид. Вот как Янукович двух президентов обманул. У Києві 14 година. В ефірі новини. Учора на акцію опозиції «Повстань Україна» прийшли Яценюк, Тягнибок, а Віталій Кличко знову не з'явився. Акцію перенесено. Ну що, діти, а? Та малолетки. Президент України Віктор Янукович підписав указ про введення нового мита на імпортні автомобілі. От! Тихо. Це ж на благо народу, щоб, так сказати, підтримати вітчизняного виробника. Да знаем мы это благо народа. Олигархи завод купили, Верховную Раду протащили это все. Теперь переплачивай за эти иномарки. А ты откуда знаешь? Да все это знают. И молчат? Молчат. И не протестуют? Не.
великая нация. О, мне вот тут вот останови. С вас 210 гривен. Возьмите, сдачи не надо. Так тут только 200. Сдачи не надо. Спасибо! Бойцовские кубинские перцы! С любовью с берегов Южного Буда! Спасибо, ребята! Главное, что с любовью. Ну, а по старинке спросим у членов жюри. Я не знаю, как вам выступление винницких перцев, дядя Жора? Мне очень понравилось. Вот смотрю на ребят и узнаю себя в прошлом. Ребят, вам что-то надо менять, по-моему. А если Ирина будет так выглядеть в будущем, то вообще капец. Спасибо, дядя Жора, спасибо, ребята. Счастливо, до встречи. Это был коллектив «Винницкие перцы». Странные ребята. Мало того, что приехали в Киев со своим самоваром, так еще и со своими перцами. «Винницкие перцы». «Винницкие перцы». Ребят, не буду спрашивать у вас про номер, в котором вы шутили над президентом нашим. Об этом вас просят в СБУ. А просто спрошу, как девчонки в зале, а? Может, меня спросишь? Хорошо. Как девчонки в зале? Очень горячие. Цыпочки, самочки. Я не знаю, как сказать. Хорошие девочки.